Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, раз, два, три, четыре, пять. Ребят, как видно, как слышно. Всем привет, всем привет, как видно, как слышно. Так, всем привет, Сережа. Семен... на добавляю в завтрак и не кашлю. Молодец. Джейсон, Джейсон, Джейсон. Пятница, тринадцатая. Катрин здесь, здесь Катрин. ДД, привет, Кать. Хай хай фитнесеры, Люша здесь, все видно, слышно, добрый вечер, добрый вечер, здравствуй, великий город, да, Айгар, Айгарс здесь, красавчик, все здесь Так, ребят, как всегда, мы лекцию начнем, интересную лекцию начнем в 10 минут, сегодня никаких рубрик у нас нет, поэтому задавайте вопросы Значит, у нас, посмотрите, можно задавать просто бесплатные вопросы. Но общество у нас классовое, вы помните, да? И э, можно задавать платные вопросы, да. Отблагодарить Александр Борисовича. И вот ссылочка на донат прикреплена и здесь, и в описании. Везде, везде, везде. Что-то у нас битрейт, битрейт потока 128. Что там с битрейтом у нас? Значит, от, э, как всегда, как я за донаты говорю, потом сразу же битрейд падает. Так, ребят, давайте, значит, кто хочет э, отблагодарить, э, да, поздравить просто так, ну, да, может э, задать или, или, отблагодарить платно, да. Общество у нас классовое, и помним, что всякое даяние благо. Так, Илюш, что тут пишет? Почему инопланетяне с нами не разговаривают? Потому что мы до сих пор пьем обега 3 Ну вот сегодня интересно, я просто наткнулся на один, как всегда, интересный документ. Давно у нас, кстати, есть плейлист про Омега-3, там несколько фильмов, фильмов. И, соответственно, мы с вами продолжим до да, эту тему. Давно мы ее не, под, не поднимали. Но, кстати, было у нас, я посмотрел по набору мышечной массы. Да, что-то, кстати, плохо посмотрели. Но понравился мне один... Понравился мне один обзорчик, который мы сегодня с вами рассмотрим. Понятно, пошире его рассмотрим. Но Интересно, интересно. Давайте посмотрим. Вечер добрый. Льняное масло как альтернатива омеги? Что вы думаете? А, сорока, сорока. Давайте сегодня посмотрим сейчас лекцию, да, а потом вернемся к вашему вопросу. Про льняное масло интересно послушать, Катрин. Все, ну мы посмотрим, чем оно хорошо. А, Б, а чего вы так набрали? Слушай, ну сижу сейчас, да, кучу дел, сижу, ем целыми днями. Ем, пью, вот и набрали. Но помните, да, Джейсон, я все всегда же говорю, чтобы работать с худыми, надо периодически набирать, вспоминать, да? Ну, смешно работать худому и рассказывать да, толстому, как он и его понимает. Я должен периодически возвращаться в эту постать, правильно, Джейсон, чтобы потом понимать своих подопечных. Вот я иногда возвращаюсь, потом, соответственно, буду опять возвращаться в другой. Я помните, как да, как Элохим, еврейский Бог, постоянно то вверх взмываюсь, да, то потом вниз падаю, как Сатана, правильно? Поэтому четко, четко, четко идея вечного возвращения у Заратустры. Так, да, Паханта, Тало, привет, привет, хаю, хай все, привет, всем привет. Задаем, У меня в Ютубе донат не проходит. Кинул в Бусти. Спасибо, Илюш, спасибо, Илюш. Спасибо тебе большое. В Бусти ты кинул. Ребят, кстати, у нас есть Бусти. Посмотрите, сколько информации. Сейчас э, много залили. Часов 9, наверное. Еще сейчас еще 3 часа лекции будет по нутрициологии. Туда залиты там на днях в ближайшее время. Василий здесь. Привет, привет. Хороший человек должно быть много. <laughs> да, да, такие пословицы. Вот. Значит, 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 что я хочу рассказал. В Бусте там куча, 9 часов уже залито новых лекций по нутрициологии. еще на днях будет еще 3 часа залито. В общем, того часов 12-15 будет по нутрициологии. Ну, новых и новых. А так там больше. Новые две статьи. Которые будут опубликованы в сборнике Василия Васильевича Волкова. Почитайте, там статья, еще что-то там интересное. Про сахар заменить. Ну, в общем, зайдите на Бусти посмотрите, там много чего интересного. И будет много чего интересного. Так, ну давайте, вопросы. Где вопросы? 28 человек, 27 лайков. А чего вы один лайк-то не поставили? Что вам жалко? Лайк поставить. А, 27-27. Сейчас у меня 27-27. Михаил Павлов. Как поживаете? Спасибо, Миш, спасибо. Категорически приветствую мастера. Спасибо, Аргус Смит, спасибо. Спасибо. Э -э, так, э -э, спасибо, ребят. У нас просто, у нас много, кстати, очень много добавилось подписчиков на канал. Я просто, что-то страшно в этом месяце, что-то 550, что ли. Скоро уже будет почти 16 тысяч подписчиков. Э -э, поэтому у нас, э -э, ну, многие новички не знают наши правила. Мы начинаем лекцию всегда... В 2010, в 2010, ну 10-15 минут всегда на вопросы, пока люди подойдут. И саму лекцию мы начинаем в 2010. Привет, Серж, привет. Вот, рассмотрим, как всегда, один новый интересный э, документик. И, соответственно, там вправо, влево немножечко походим по омега-3. Как всегда, вспомним интересную добавку. Давайте остается у нас 7 минут. 7 минут еще до лекции. И задавайте вопросы. Можно еще раз дать, задать вопрос бесплатно, можно задать платно. Можно отблагодарить, Александр Борисович В общем, как хотите. О, хорошо, чаек. А кто пропустил лекцию с того, э, с того реферат по теме? Плюс лайк, да, Серега, да, все правильно. Кто пропустил? Вот. У меня тут студенты, да, за, у меня идошники сейчас. Вот я смотрю, тут Катя по-моему, ргу, ргув сменит вот у ребята, по-моему, да, соответственно, это мои едошники. Я им, вам, кстати, Кать, буду читать, когда? В пятницу, по-моему, какую-то какую тему интересную. В пятницу я у вас, по-моему. Две пары аж, две пары, да, 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 Кать, я сейчас посмотрел, я в пятницу у вас две пары, буду интересно, так что приходи, будет там интересная тема. Так, ну где вопрос-то? Все, что-то пришли с вопросами, как всегда, ни одного вопроса. Все, скоро лекции прекращу на Ютубе читать. Потому что это, вопросы не задаете. О, кто-то донат мне, да? Ну давайте я посмотрю, что там у нас, кто кто какой донат. Я, почему, а почему я донат не вижу? Ребята, а почему я не вижу донат? Странно, странно. Так, подождите секундочку. Странно. А где донат-то? Донат. А, Андрей, 500 рублей. Андрюш, спасибо тебе большое. Спасибо, 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 спасибо. Я не знаю, куда тут нажимать. Андрюш, спасибо большое за донат. И даже ничего ты просто, просто написал, да? Спасибо, спасибо, Андрюш. Спасибо. Спасибо тебе за, за доброту, надо было сказать, Александр Борисович, за доброту вашу, за полезную информацию. Спасибо, ребят, спасибо, спасибо. Так, есть ли достоверные методы измерения гликогена в мышцах? Ну, конечно, Лиза. Ну, вот это посмотри, пожалуйста, Лиза Тв. Вот фильм час 15 Я вот как раз ребятам высылал. Это как же он называется? Катя? А кинь название фильма фильма название, который я вам скинул, час пятнадцать. Про, про как правильно фильм называется? Потому что если ты ссылку кинешь, тебя не пустит, YouTube не пустит. А вот если название кинешь, то можно. Посмотри, пожалуйста, там рассказывается про иглу Дюшена как раз в этом фильме. Это вот достоверный, достоверный в мышцах. Добрый вечер, Даня Громов. Привет, привет, привет. Персонал блог. Ничего себе, у тебя название какое интересное. Как относитесь к рассказам Дэвида Синклера о питании? Есть... Бог. Нет, конечно, нет никакого Бога у Дэвида Синклера. Так. Еще, э, <improves emotions> еще, ребят, вопросы. Еще вопросы. Четыре минуты -э -э, остается до лекции. <Credit noise> <facial>, пока я жду, пока народ attitude, um... всегда он, запаздывает. Чтобы много народу было, надо про бодибилдинг про... рассказывать. Все, следующую лекцию буду делать про бодибилдинг. Где у меня Винокуров? Где Винокуров? Винокуров, ты здесь? Вась, ты где? Здесь? Где? Ви... Сорока, Сорока, Селуянов только. Сорока, Сорока, Селуянов. Много фильмов у нас про Виктор Николаевича. Селуянов. Силуанов. Селуя... Это наш министр какой-то. Сорока. Селуянов. Е, е. Супер труды. Вы что, сорок-сорок. Это вообще маэстро просто науки российской. У нас много фильмов про Силуянова. Посмотрите, очень много фильмов посвящается Виктору Николаевичу. Периодически. Вот опять недавно был посвящен Виктору Николаевичу фильм. Поэтому вы что. Ну, это бог. Бог российской науки. Ну, понятно, спортивной биологии и так далее. Вот, Винокуров. Правильно, надо следующую лекцию делать про бодибилдинг. Вась будем делать следующий про бодибилдинг. А то народ не приходит на ваши... Про добавки рассказываешь интересные вещи, правильно? Про какие-то там яйца. Вот на яйца вроде никто не пришел. Две с половиной тысяч просмотров на про яйца. Вот, вот, кому они нужны, эти яйца? Вот честно вам скажу, блин, елки-палки. Ну вот хорошие лекции есть. Вот Силуянова. Про вот там какие-то, да, вот интересные вещи. Какие-то про яйца. Две с половиной тысяч просмотров. Вот вам серьезно, серьезно это интересно? Да оценка реальности сердечного ритма и всякие теории восстановления на основе. Ну, это бога нет вообще, ТБХ. Ну, это вообще бога нет. Это вот какие-то поделить волосы, цвет волос на цвет глаз. Но мы с вами понимаем, что там за выносливость, работоспособность ответ, ответственны какие-то вот структуры, митохондрии, там, капилляры, да, за... За, 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 за силу миофибрилы, там, какой-то, значит, как, как, какие-то все-таки там ЦНС. Но как вот задается логичный вопрос. ваш за, за вот сер, вариабельность сердечного ритма. Ну, какие структуры вообще ответственны? Ну, это вот какой то Это просто э, как индекс массы тела, да? Рост, вес, деленный на рост. Вот, во, вот и вариабельность сердечного ритма, это вес, деленный на рост. Ну, вот какие-то связи пытаются найти. Вес, деленный на рост, будет, соответственно, какая-то связь. Но это несерьезно. Несерьезно. Каковы доказательства... А! Так. Каковы доказательства, Катрин пишет, того, что состав макронутриентов... А, вот, Кать, спасибо. Кто мне спрашивал про гликоген? Лиз, Лиз ТВ, посмотрите. Вот фильм вот этот, посмотрите, каковы доказательства того, что состав макронутриентов в рационе влияет на работоспособность. Вот этот фильм, посмотрите, там про это как раз все рассказывается. Упаковки яиц на полках у каждого лежат, а труды Силуянова у единиц. Ну вот, вот я про что говорю, ребят. Нам лучше мы про Силуянова какие-то вещи говорили, а про яйца какие-то. Ну, 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 хорошо, ладно. Это Поп -поп попса тоже нужна на канале, правильно, Илюш? Поэтому попсы мы добавляем про ваши яйца. Так, давайте, ладно, вопросов у вас нет. Виктор Николаевич, читайте, это вот он, он, кстати, очень правильно закладывает вам мышление, и поэтому это очень хорошо. По Силану пошел у меня. Ну вот, Сорока, молодец. Прогресс пошел. Ну, конечно, прошел. Он пошел. Он один из лучших специалистов своего времени. И далеко ушел э, за свое время. За свое время далеко ушел. Так, ну что, давайте начинать лекцию. У нас как раз 10 минут. Значит, начнем с первобытного общинного строя. На самом деле, действительно, выходит интересный документ. Но выходит он, ребят, не как вы привыкли, что документы мы рассматриваем 22 -го года, а документ выходит в 21 году. Я сразу прошу прощения. Я понимаю, что на канале у нас не принято старые там документы рассматривать. Но он у меня лежал, 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 лежал. И так он долежался. И мне что-то прям вот захотелось про Омега-3 вспомнить. Значит, возьмите, посмотрите на экран, документ называется, так прям практически называется, ребят, но он намного шире, и поэтому, конечно же, я положу этот документ непосредственно в группе ВКонтакте, много каких документов, документов буду показывать, соответственно, вы почитаете все эти в группе у нас ВКонтакте, обязательно подпишитесь, особенно вот те ребята... Лампа, давай попозже, я, я я я это потом потом прочитаю твой вопрос, прочитаю. Значит, э, э, еще раз, еще раз, э, еще раз. Э, этот документ и все будут документы всегда у нас лежат в группе кон и, соответственно, вы с ним познакомитесь. Но сам документ интересен, посмотрите. Это польская работа, поляки, и они э, прям так и пишут. Он, он, наверное, он, да, автор так и пишет. Диетические добавки. Кому они нужны? Для кого? Для кого? Ох, интересно. Ох, интересно. Потому что он мыслит прям как мы с вами. И обязательно дальше. Я взял только омега. Он там берет витамины, минералы, что-то еще берет. Но такое ощущение, что вот он первый раз в жизни, да, как мы, вы-то уж привыкли, вы-то уж привыкли каждый раз. А он такой говорит, слушайте, вот нам хвалят, 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 хвалят. И я решил все-таки как-то влезть в эту вакханалию. Да? Хотел, захотел как-то влезть. И такое ощущение, я его представляю с такими с открытыми глазами, с такими здоровыми. И он говорит, елки-палки, елки-палки. А вот что, елки-палки, давайте-ка пробежимся по этому документу. Ну, естественно, я еще припудрю этот документ уже с, с современными там, различными вариантами. Давайте пройдемся. Итак, начинает он естественно с со статистики стремительного роста. Стремительный рост продаж добавок во время широкой доступности и чрезмерного потребления широкого спектра продуктов питания можно описать как феномен использования добавок. В США более 50% взрослых заявляют об употреблении добавок, а в некоторых исследованиях почти 40% принимали пищевые добавки в течение предыдущих 30 дней, когда их опрашивали. В Польше, а это еще раз польская работа, об употреблении добавок сообщили 30-78 подростков и взрослых, и примерно 40% детей. Это статистика еще и Польши. Основными причинами использования добавок в Соединенных Штатах является общее состояние здоровья, хорошее самочувствие, а также восполнение дефицита питательных веществ в рационе, в то время как в Польше среди пожилых людей это необходимость укрепить иммунную систему, а среди молодых людей применение связано с улучшением здоровья и состояния кожи и волос. При этом более 40% опрошенных поляков считают, что прием витамин-минеральных добавок предотвращает заболевания у здоровых людей, а почти 70% утверждает что прием антиоксиданта предотвращает развитие рака развитие рака но как я уже сказал как я уже сказал коллеги значит он много чего рассматривает витамины но это вы все почитаете у него от витаминов вот такие глаза говорит елки мы пьем чтобы рака не было там чего-то не было а потом ну почитает не буду спалерить но я взял узкий до да, узкое направление где он э, прям начинает с омега-3 и говорит, ну, подождите-ка, вроде бы так все хвалят, хвалят, но я хочу все-таки вам показать доказательную базу. И вот с такими глазами стоит, я так представляю его, вот, и говорит, блин, ну давайте посмотрим на доказательную базу пользы омега-3 для сердечных сосудистых системы. Он правильно говорит, давайте начнем с когортных исследований, крупных когортных исследований. Ну, естественно, начинает. Давайте смотреть, что же он начинает. Он говорит, э, крупнейший аскенд, аскенд это 2018 год. Среди пациентов с диабетом без признаков сердечно-сосудистых заболеваний не было существенной разницы в риске серьезных сосудистых событий между теми, кто пил омега-3 и кто не пил омега-3. Он говорит, что-то ничего не дает омега-3. Дальше он говорит, 2019 год крупное исследование. Называется Витал. Результат американского исследования ВИТАЛ, проведенного с участием, вы видите, почти 26 тысяч. В возрасте 50 лет показали, что потребление одного грамма рыбьего жира... А вы понимаете, рыбий жир, и, кстати, ваше масло это все то же самое. В среднем в течение 5-3 лет не снижает риска ни инфаркта, миокарда, инсульта или общей смертности от сердечно заболеваний в группе слен по сравнению, с группой плац. Что плац пьешь, что ваше значит масло пьешь, что пьешь, рыбий-жир, ну ничего, Витал не видит у 26 тысяч человек. Но, естественно, он говорит, ну, естественно, он говорит. Но есть же исследования, в которых омега-3 работает. Ну, опять с точки зрения крупных таких мощных исследований. Вот есть же такие исследования, которые омега-3 работают. И он, конечно же, говорит, вот английское исследование, по-моему, да среди пациентов с повышенным уровнем триглицеридов, несмотря на применение статинов, риск ишемических событий, включая сердечно-сосудистую смерть, был значительно ниже среди тех, кто получал 2 грамма и вот этого икозапентиридов. какого-то два раза, но ну, это вот какая-то экозапентиеновая кислота, но ну, это какая-то новая там омега-3. И по сравнению с плацебо. Но когда мы смотрим на конфликты интереса, ну, такая редко вот такой конфликт интереса, видишь, да, тут все и Бауэр, и, значит, мы видим с, эти какие-то фирмы, и AstraZeneca. ну, тут все, все фармакологические фирмы скинулись, не знаю, по 100 долларов, что ли, они скинулись с одной задачи, чтобы изучить, как влияют со статинами, не статинами. В общем, да, омега-3. И сказали, что очень круто пить омегу-3, который, который они торгуют. А, далее, далее, далее. А, с, он продолжает, ну, автор продолжает разбирать крупные исследования. И, естественно, переходит к следующей работе, которая была опубликована в журнале JAMMA. И а, это рандомизированные клинические исследования, да, а, значит... Но э, в, ли, в рандомизированных исследованиях Стреч, проведенная в 2020 году, не дала оптими оптими оптимистических результатов. В этом исследовании прием 4 грамм. Препарат омега-3 с повышенной биодоступностью, какую-то специальную, какую-то карбоновую, там какая-то ПК, ЭПК, ДДГК, пациенты с, больш... с высоким сердечно-сосудистым риском, получав статины в течение более трех лет, не принес пользы с точки зрения основных сердечных -соб... со событий. Что привело: остановили это исследование, говорят: ну ничего не дает, ну, толку никакого нет. Зачем мы деньги тратим? И, соответственно, пришли к выводу, что это абсолютно бесполезно. Что, какие еще исследования, например, не вошли в обзор? И недавнее исследование 2021 года, которое было опубликовано Американской ассоциацией сердца, как раз вы видите, это, это исследование не обнаружило убедительно доказать связи общего количества пищевых жирных кислот. Не... Насыщенных, не моно, ненасыщенных, ни полец Нет связи. Он говорит: мы не видим связь. Есть какая-то пищевая матрица. И вот, наверное, эта матрица какая-то на что-то влияет. В общем, если брать, если брать, коллеги. Так, кто-то мне задонатил, кто-то задонатил, ребят, кто-то задонатил. Сейчас посмотрим. Так, кто у меня за донат? Так, стоп, 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 стоп. Спасибо, Сереж. Сереж, спасибо тебе огромное. Спасибо, я потом отблагодарил. Спасибо, спасибо. А то я сейчас запутаюсь с этими кнопками. Надо половину убирать. Спасибо, Сереж, тебе за донат. Огромное спасибо. Спасибо. Такие донаты. Молодцы. Молодцы, ребят. Так, значит, если мы будем с вами резюмировать, резюмировать, а я взял резюме. Из э, исследования, которое тоже положу ВКонтакте. То есть есть хороший обзор, который за нас все резюмировал. Крупные исследования. Это очень классно. И э, начинается с исследования с положительным результатом. Э, посмотрите на экран, посмотрите на экран, и мы видим здесь, э, получают 4 крупных исследования с положительным результатом. Это reduce it. Авапорат, Джеллис и Черри. Черри-Черри-Леди, помните вот это? токен Черри-Черри. Черри-Черри Астрозеника. Черри-Черри пела. Пела Астрозеника. Ну вот вот фирмы, которые проводили это исследование, получили э, положительные результаты. Лазер вставал, там волосы вырастали. Да, кто-то видел розовые сны. Ну, как всегда, это муми... как мумию от... от всего. Вот. Дальше работа вот Дренджик и Питха. Хорошо нам так резюмировали, удобно. Следующее, они говорят, исследования, которые не дают. То есть исследования с отрицательным результатом. И говорят, давайте посмотрим исследования с отрицательным результатом. И исследования с отрицательным результатом. Вот их, посмотрите, тоже на экран. Здесь Origin, Askin, Stretch, Omemi, Vital, который мы уже сказали. И на самом деле два последних не имеют конфликт интересов. Три верхних это тоже AstraZeneca, даже сама AstraZeneca говорит, ну что даже мы уже, насколько уж интерес у нас есть, ну и даже мы уже так, э, да, вот. Э, то есть эти исследования показывают, видите, no reduction, no effect, no effect, видите, no effect, no effect. Вот, интересно, интересно. То есть мы пока видим, что есть исследования, которые говорят, есть эффект, есть исследования, которые говорят, нет эффекта. Все они крупные, все такие, да, денежные. И со многим количеством людей, ну и так далее. Естественно, он говорит, автор того обзора, который мы с вами изучаем, он говорит, ну хорошо, а что же говорят метаанализы? Потому что есть разовые крупные исследования, но все-таки метаанализы, они могут и маленькие какие-то исследования брать, да? Каким-то образом для нас все это сводить, и он начинает, он начинает, я себя, естественно, сейчас чуть-чуть подуберу, результаты трех мета-анализов 2012 года показали, что добавки омега-3 не снижают риск инфаркта, миокарда, инсульта, каких-то церебровоскулярных событий, сердечно-сосудистой смертности, или сердечно-сосудистые заболевания у пациентов, существующие сердечно сосудистыми заболевания. Это, это метанализы 12-3, метанализа 12 -го года. Метанализ, опубликованный годом позже, показал, что прием добавок с омега-3 а, снижает риск инфаркта миокарда на 25%, риск сердечной смертности на 32% у пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А проплатила этот метанализ, ведь я красненьким поставил, продавцы Значит, омега-сигма-тау. А мета-анализ опубликованный в 2014 году, сообщил о снижении смертности от сердечных причин на 12% у пациентов с ИБС, принимавших омега-3 жирные кислоты. Далее, в свою очередь, проведенный в 2018 году метанализ РКИ не выявил влияния на нефатальный инфаркт миокарда, события ишемической болезни сердца или основных сосудистых событий. То есть в 2018 году метанализ сказал, а вы помните, это, по-моему, нет, следующий будет, что согласуется с мета-анализом, мы помним, мы его ты еще раз показывали, с Кохрановским метаанализом, который сказал в 2018 году, хотите пейте Алла, ДГК, МГК, хотите чередуйте вместе их там, не знаю, с чем, с мумием, с маслом вашим, не бесполезно, ничего Вообще нет, толку никакого нет В 2019 году Два мета-анализа РКИ Показали, что прием омега-3 жирных кислот Снижает риск основных сосудистых событий На 5, нефатальный инфаркт Миокарда на 11 И смерти от ТБС на 9 Тут все компании Естественно напряглись AstraZeneca, Буч Apple, Milan Nova Nordic и так далее Ну и наконец Второй мета-анализ Reduce исключил там какие-то исследования, и наоборот, все вот эти цифры были, вы видите, такие, они, соответственно, чуть-чуть изменились. Ну и в конце автор говорит, дополнительные доказательства благоприятного влияния омега-3 кислот на снижение сердечно-сосудистого риска также содержится в результатах двух мета-анализов, проведенных в 2020 году, хотя в некоторых случаях наблюдался связанный с этим повышенный риск кровотечений и фибрилляции предсердий. Об этом мы поговорим. Я, конечно же, добавлю, еще пробежался по метаанализам. Ну, по каким-то современным, несовременным или тем метаанализам, которые он, ну, автор, видать, не увидел. Итак, давайте тоже по ним пробежимся. Это мета-анализ непосредственно 2018 -го года, который он не увидел, которым, говорит, снижается частота сердечных сокращений. Но когда смотрим, кто опубликовал этот метаанализ, тут понятно, продавцы омега-3. Далее в далее, 2020 году он не, не приводит этот мета-анализ, который говорит: согласно доказательствам со средним и высоким уровнем достоверности, вот эти цепочные ваши омега практически не влияют, или не влияют на смертность, или вообще не влияют, или практически не влияют на сердечно-сосудистое здоровье. Тем не менее, омега-АЛК немного снижает риск сердечно-сосудистых событий и аритмий. Далее метаанализ 2021 года. В заключении наше исследование предполагает, что добавление омега связано с повышенным риском фибрилляции предсердия у пациентов с повышенным уровнем триглицеридов в плазме и повышенным сердечно-сосудистым риском. Это предполагает, что риск фибрилляции предсердия следует учитывать при назначении омега-3 в этой популяции. На самом деле по фибрилляции, коллеги, достаточно больше, больше. Вы видите, в 2021 году еще несколько метаанализов вы... Э -э 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 вышла по фибрилляции. Вы видите, риск высокий. И когда тестируется 1 грамм в сутки. То есть, действительно, что такое фибрилляция? Это вот аритмии. И эти аритмии, кстати, могут приводить ну, к каким-то серьезным опасным последствиям. Поэтому учитывайте, что особенно те люди, которые склонны к аритмиям, то это очень опасно. Далее, э, в 2021 году, следующий мета-анализ который, вы видите, мы Обнаружили, что добавки омега-3 не уменьшали первую госпитализацию по поводу сердечной недостаточности или смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Но значительно уменьшали повторную какую-то госпитализацию, ну и так далее и тому подобное. На самом деле, в 2022 году выходят два метаанализа, вы видите китайский метаанализ, который проплачен каким-то фондом Китая, который находит положительные, да, то есть положительное влияние на снижение чистоты серьезных, неблагоприятных сосудистых событий, сердечно сосудистых заболеваний, инфаркта, миокарда. Ну, то есть говорят, пейте это очень хорошо. Дальше выходит, по-моему, то ли турецкая, то ли, в общем, какое-то. Тоже, тоже Еще исследования, которые тоже говорят от 2022 года, в которое вошло, вы видите, 11 РКИ со 100 тысяч пациентов. Наш мета-анализ показал статически значимое снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Последний анализ исследований показал, что для более точной оценки эффективности полиненасыщенных жирных кислот в предотвращении смерти, связанной с сердечно-сосудистыми заболеваниями, не требуется дальнейшее исследование. Они говорят, ну, мы уже настолько мы так все исследовали, что не надо ничего требовать. Странно, не стоят конкретно. Конфликт интересов. Может быть, что-то надо, по -по 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 конечно, поковыряться с самими авторами, но по факту, вот что есть, то есть. Что мне хотелось бы еще сказать. Просто это я уже хочу зацепить. Да, э, какие-то другие направления, которые я наткнулся, интересные направления наткнулся я по поводу Омега. По поводу Омега, потому что, ну, какие-то сотни, сотни тысяч исследований посвящены этой добавке. И вот здесь у нас получаются добавки, это 22 год систематический обзор, добавки безопасны в использовании, но не превосходят пла плацебо при депрессии. То есть уже назначают при депрессии, но хочешь плацебо назначить, хочешь омега-3, все равно все сойдет. Интересная работа, ребят, по-моему, она испанская. Испанцы говорят о том, что можно ли омега использовать для похудения. И говорят, недостаточно доказательств, чтобы омега-3 каким-то образом использовать для похудения. Ну и в заключении... Имеется в виду в заключении того, что я тут в другие направления рассмотрел. Я напомню, у нас была целая лекция, в которой мы сказали, что омегу стали использовать для наращивания мускулатуры. Помните, да, этот стрим у нас был. И мы на этом стриме как раз вот это исследование показывали, разбирали этот метаанализ, в котором сказали, пейте омегу, просто лежите, не тренируйтесь, и у вас будет бицушка расти. Вот, будет бицушка расти, поэтому... Этот метанализ мы с вами уже разбирали. Теперь вернемся, вернемся к, автору, к автору исследования. Он, когда пробегается вот по всему, по всему пласту больших РКИ, там, как гортных метаанализов, он говорит, ну послушайте, если на весы бросить там за, против, ну даже за, против, мы увидим, что ну, весы либо сравняются, либо против даже будет перевешивать. И он говорит, давайте посмотрим, каковы, какова на фоне современного состояния научных знаний позиция научных сообществ. То есть сами ученые ведут дискуссию, вы видите, ведут дискуссию. Нельзя весы Зевса склонить ни в одну, ни в другую сторону, а научные сообщества принимают следующую позицию. И он говорит, он автор. Давайте посмотрим, что по этому поводу говорят научные сообщества. Давайте посмотрим. Эм, давайте посмотрим, а я себя, естественно, закрою. Итак, Международная экспертная группа по липидам в 2017 году заявила, что доказано, видите как, <космех> омега-3 <космех> снижает уровень триглицеридов. Научные доказательства, класс. Первый уровень. О как! И дополнило это мнение в 2020 году, указав на необходимость приема добавок омега при сердечной недостаточности, особенно у пациентов после инфаркта миокарда. О как! По данным этой группы экспертов, омега-3 жирные кислоты в дозах от 1 до 4 грамм в день снижают уровень триглицеридов на 18-25%. Далее, Европейское общество кардиологов и Европейское общество атеросклероза заявляют, что дозы 2-3 грамма снижают уровень триглицеридов примерно на 30%. Европейское общество кардиологов и другие общества по профилактике ССЗ, да, в клинической практике по состоянию на 2019 год не рекомендовали добавку омега-3 для профилактики сердечных сосудистых заболеваний из-за отсутствия надежных доказательств и их полезных эффектов. Между тем, в руководстве Американского колледжа кардиологов, Американской, американской кардиологической ассоциации, это Аха, 2019 года по первичной профилактике ССЗ, не упоминается омега-3 жирные кислоты, что следует понимать как отсутствие поддержки их использования. Американская кардиологическая ассоциация АХА заявляет в 2017 году, что добавка омега-3 жирных кислот будут полезны для пациентов с ИБС, в том числе почно-сердечного приступа, поскольку они могут снизить риск смертности, связанный с ИБС, на 10%. Вот... Э -э коллеги, он, он, автор обзора, он говорит, я что-то не пойму. Я, говорит, не пойму. Ну, вот мы провели обзор. Мы даже побольше провели, он поменьше провел. И в самих международных организациях, которые ну, со... и их собрали для того, чтобы помогать людям с больных с ССЗ, заболеваний, да, заболевания. Между ними и договоренности нет. Одни хвалят, другие не хвалят. И, и где вот это, да? Где какой-то консенсус? Где консенсус? научно. Ну, автор, не я, я пыль под ногами. Вот, значит, автор говорит, нет консенсуса. Во как. А, а Ну-ка, подожди, да где вы у меня? А сколько, про сколько я это говорю? Ну, ребят, где вы есть у меня? Про сколько я вот это говорю? Автор первый раз увидел, глаза в нем вы выскочили. На, представляете, выскочили. А я про это сколько говорю? Ну-ка, напишите мне, пока я чеку глотну. Ребята, а как, в смысле, как вы ничего не видите? Как вы ничего не видите? ТМ пишет, сегодня на экране ничего не вижу. Ребята, а что, вы не видите на экране ничего? Да, со, вот Илюша пишет, со времен первобытно общинного строя. Лет пять, правильно, Сереж. Все видно. А парень, парень ТМ пишет, сегодня ничего не вижу на экране. С чем связано? Техника при просмотре одна. Ну да, 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 да. Спасибо, Дмитрий Киселев, спасибо. Да, все видно, все видно. Все, а то я же испугался, рассказывал, показывал, показывал, еще что я показывал. Что показывал, ничего не нет. Так, вы слушайте, все, донат кидайте. Меня до доната услышу. Если ничего не показывает, то кидайте донат. 50 рублей. И Борисович, давай, у тебя ничего не показывает. Это я лекцию читал, я же спотел. Блин, да ничего себе. Читал, читал лекцию. Ничего, ничего нет. Возможно, монитор. Попробуйте монитор включить или глаза открыть. ТМ. Глаза откройте, попробуйте. Пробовали. Вия, позовите, позовите мне Вия. Так, ладно, возвращаюсь. Возвращаюсь к лекции. Да. Плохо видно мне текст. А Бывает иногда YouTube. Это не у меня. Это у вас YouTube что-то бывает раз это. Это не у меня, Это бывает YouTube. Чуть-чуть подразмывает. Ну, значит, что-то какой-то битрейд. Битрейд у вас, что-то там с битрейдом. Бывает, сейчас настроиться. Значит, еще не все, ребят. Лекция не закончилась. Еще несколько вещей. Итак, как мы с вами сказали, автор. Ну, как по мне, да, вот, может, по мне я представил, что он решил, решил, наконец, немножечко, немножечко покопать, да, в сторону. Ну, а он также разбирает витамины, также разбирает витамины, по-моему, еще что-то разбирает. Почитайте, будьте, будьте удивлены про витамины. Он также на витамин смотрит. И вот, мам родная, мам родная, куда я попал? Куда я попал, автор? Кричит, кричит, равины кричит. Ну ладно, витамин не буду. Неинтересно. Вот. Так вот, так вот, когда я, вы видите, ходил вправо, влево, что-то там, 22-й год, да, что-то новое, естественно, наталкивался на обзоры именно не систематические, с мета-анализом, без метаанализа, а просто обзоры. И посмотрите, <с> сделал даже слайдики. Ребят, а в обзорах, в обзорах все спокойно. Все спокойно в обзорах. Вот если вы будете все обзоры простые читать. Ой, ну там вообще, ну там вообще просто все спокойно. Исследования с использованием омеги указывают на положительное влияние на смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, и была обнаружена значимая обратная линейная зависимость дозы реакции между потреблением и исходами сердечно-сосудистых заболеваний. Считается, что в дополнении к их антиоксидантной и противовоспалительной роли жирные кислоты омега-3 регулируют гомеостаз тромбоцит снижают риск тромбоза, что в совокупности указывает на их потенциальное использование в терапии, уже в терапии COVID-19. Главное, я, просто, я вам один приведу, можно их десятки, сотни приводить. И вот, и вот они рассказывают все, тромбоциты. Все прям значит, клетка его прямо оздоравливает. Там сердце начинает там вырастать, еще там, три сердца появляется. Ой, мам родное, вот это вот да, в вот, обзор, все, Я даже специально вам вспомнил. Вспомнил, вспомнил, вспомнил своего любимого учителя, Ницше, да. Вот как раз вспоминаю, вспоминаю. Над рекой все неподвижно и крепко, все ценности всех вещей, мосты, понятия, все добро и все зло, все это прочно, как в обзорах, да? Когда же приходит зима, укротительница рек, ты, то и умнейшие проникаются недоверием, и поистине только глупцы тогда вопрошают. Не пребывает ли все в покое, да, то есть, когда люди читают, извините, тут написано, глупцы, это не я, Ницше, обзоры и спрашивают, не, не пребывает ли все в покое с Омега-3, тут уже давно все доказано. В основе своей все неподвижно. Вот подлинное зимние учения, подходящие для бесплодного времени. Хорошее утешение для лежебок и подверженных зимней спячке. Вот обзоры, ребята, обзоры они вот как раз вы видите для людей, которые лежат на диване и подвержены зимней спячке. Вот представляете, как Ницше там, 200 лет назад шел впереди уже, представляете, со своим мышлением? В основе своей все неподвижно, эти люди говорят, но против этого проповедует ветер в оттепель, доказательная медицина. Ветер оттепель – это бык, но не тот, что пашет. Нет, это бешеный бык, разрушитель, взламывающий лед гневными рогами. Лед же сокрушает мосты и обзоры. Понимаете, в чем дело? Доказательная медицина сокрушает ваши обзоры и ваше мышление. И вот, братья мои, вот Ницше пишет, не все ли течет теперь подобно потоку. Не все, ли, не все ли мосты и все обзоры попадали в воду доказательной медицины и сгинули Ницше 200 лет назад. Кто еще держится там за добро и за зло? Горе нам, счастье нам, подул теплый ветер, доказательной медицины, да здравствует АБ. Так проповедуйте, братья мои, доказательную медицины. Надо было не закончить тогда фильм, но, ребят, классно, классно, просто иногда надо требуется. Это вот я, кто мне там задонатил, ребятам спасибо, я вам как раз вам Ницше ответил, да, за добро ваше. Так проповедуйте, да, закончим обязательно сегодня. Давайте закончим сегодня, когда будем заканчивать, закончим вот этими словами. Так, так. Теперь заканчиваем, заканчиваем, почти заканчиваем э, наш обзор. Это вот обзор автор заканчивает, да, который мы целый обзор сегодня разбирали. И автор заканчивает про омегу. Там, понятно, про витамины, почитайте. Многие научные сообщества признают, что жирные кислоты омега снижают уровень триглицерида в крови. Но вопрос о том, предотвращает ли их прием сердечно-сосудистые заболевания, он скромно пишет, не ясен. Это работа 21 августа 21, а сейчас на 22 все то же самое, не ясен. Продали несколько миллиардов тонн омега-3 с маслом вашим. Каким там этим? Таким. А -э -э -э, ДГК, ЭПК, Алла. Несколько тысяч тонн уже продали. Сережа уже начинает говорить: спасибо за лекцию. Сережа, я еще не, не закончил. Ты уже прощаешься со мной. Я, я еще только начал читать лекцию. Только начал. Понимаешь? только начал читать лекцию. Но ну, согласитесь. Так. Ну ладно, смотрите, я могу закончить. Могу закончить лекцию, если уже вы устали. А могу, как всегда, немножечко подперчить. Надо или не надо? Ну напишите. Или все, или заканчиваем, переходим к вопросам. А подперчить или все-таки... Или хватит уже. Хватит. Или, или последний. Или последненький слайдик. Последники. Так, ну давай. Надо подперчить. Я думал, все. Как только начались. Что значит? Жги, шеф. Сыпем перчи. Приправа подперчить. Ну ладно, ладно. Шлифануть надо. Сто процентов. Посмотрите, я написал вам перчи. Перчин. Спасибо, Посмотрите, я специально, специально, Мария, спасибо. Значит, конечно, надо, Борис. Пишет спасибо, подперчить, Себастьян. Спасибо, спасибо. Так, смотрите, я специально, как вы думаете, я, я а, а, об, обозвал, обозвал эту маленькую подтему Омега-3 на закуску. Омега-3 на закуску. На самом деле, ребят, на самом деле, вы подумали, что ну просто так так я витьевато вы, выразился, а на самом деле действительно, действительно натолкнулся на интереснейшую работу. Натолкнулся на интереснейшую работу. Давайте с ней познакомимся. Итак, что это такое? Что это такое? Что это такое? Целью настоящего исследования было оценить, защищает ли добавка омега-3 от рецидива расстройств, связанных с употреблением алкоголя. Так вот, ребята, те люди которые там лечились от алкоголя, те которые пьют омега-3, у них рецидивы повторного приема алкоголя были меньше. Поэтому если вы хотите бросать да кто кто-то борется с этим проблемой, вот вам лекарство, которое помогает избавиться от зависимости. Принимайте омега-3 и будете независимы от алкоголя. И будьте, то будьте единственные, зависимы от продавцов омега-3. Ну, как-то так. Рукоплещите. Друзья, комедия окончена. Помните, комедия финита эст. Согласен, лампа согласен. Браво. Комедия финита эст. Все, все. Вот сейчас, Сереж, можешь у меня, у меня уже благодарить за конец лекции. Как-то так. Что самое важное, да? Закусывать омега. Я же сказал, да. Что самое важное, ребят, что самое важное? Мы сегодня с вами в очередной раз обновили знания по омеге, посмотрели два мета-анализа 22 года, которые, ну, мы не можем не учитывать. Будем обязательно наблюдать, будем продолжать наблюдать периодически, когда будут возникать какие-то интересные работы, а несколько, три мета-анализа по фибрилляции предсердия, все их почему-то замалчивают, ну вот этот парень, конечно, парень, извините, исследователь, он там, конечно, про них проговорил, но, по-моему, три или четыре по фибрилляции предсердия, которые я не вижу, чтобы люди не раздували, потому что, что такое, это ритми что такое ритми летальный исход. Поэтому вы что, ребята, это и елки-палки, это у вас, если будут сердечники принимать, и будут у вас аритмии с тремя метаанализами, и куда вы пойдете? Это вы как назначаете эту сердечником? -то? Надо же разбираться, каким можно назначать, каким нельзя назначать. Поэтому, ребята, вот в эту сторону надо бы еще покопать посерьезнее. В общем, как-то так. Значит, ребят, спасибо большое за донаты. Спасибо большое за донаты. Кто донатил в процессе, в процессе. Кто сейчас будет донатить, тоже очень хорошо. Я что-то обещал кому-то ответить. Так, кто-то, кто мне писал, что не успел, да? Кто-то написал, мне не писал. а, не успел, лампа написал. Здравствуйте, работает ли обруч для уменьшения талии, а также упражнение вакуум. Смотрите, по обручу у нас с вами есть фильм лампа, да, хорошо работает, и прям фильм есть. Там я какие-то исследования привожу, просто фильм был давно, я уже не, не может, немножко не помню, что там, там сработало, но фильм есть. Вот, а про вакуум, ребят, по-моему, мы про вакуум тоже что-то делали, Исследование практически вот наплакал, но что-то про вакуум я, по-моему, тоже какой-то фильмец... Или, или думал, да? Или думал, или не думал. Но, ну, в общем, тоже, соответственно, что-то пытался создать. Не помню. Не помню. Так, ну что, давайте давайте вопросы, вопросы, вопросы. Теперь алкаши встали на трезвые рельсы, занялись со здоровьем и с потреблением омеги. Естественно, уменьшилось количество алкоголя. Да, спасибо, Роман. Но возросли продажи омега-3. «Вакуум и клозет» фильм. А, Сереж, да-да-да-да. Посмотрите, «Вакуум и клозет» фильм есть. И, значит, есть про обруч. Есть про обруч. Про электрокок что можете сказать? Ну, это вот вообще бога нет. Электрокок бесполезный вообще. Вот, это вот как, как, как плацебо. Полная ерунда. Эм, ребят, более-менее, более-менее радиола. Более-менее что-то там китайский, китайский, лимон не китайский, что-то все, по-моему. Вот так вот, чтобы есть была хоть какая-то более-менее доказательная база. Вот почему радиолу, конечно, сейчас как-то начинают ее хорошо и учить. Посмотрите, я выложил работу, по-моему, 22 -го года ВКонтакте. Я в тот раз прозевал, когда про радиолу делал вам доклад. Я ее почему-то прозевал, ее скачал. И, ну, как всегда бывает, PDF много, и каждый раз запутаешься. И, ребята, увидел, вот там статья называется, как что-то Запад приходит к Востоку, что ли, Восток приходит к Западу, посмотрите. там опять посвящается, вот большой пласт посвящается радиоле розовой. И я в тот раз почему-то ее прозевал. ВЛБ, Александр Борисович, спасибо за лекцию. За две недели перед полумарафоном. Есть ли смысл поиграть с углеводной разгрузкой, загрузкой или это не работает? Есть смысл поиграть. Но, еще раз, имейте в виду, все манипуляции перед ответственными вещами лучше не проводить первые такие, которые вы ни разу не делали, если этот марафон ответственный для вас то лучше этого не делать. Почему? Вы можете зевать с этими разгрузками загрузками. Понимаете, да? Потому что, когда вы ни разу это не делали, вы не знаете, на какой день у вас лучше сработает вот эта загрузка. Поэтому лучше поиграться с ними на тренировках, на малозначимых соревнованиях. И когда вы понимаете, что условно вы три дня разгружались, и на четвертый день загрузки у вас самое большое, самый высокий пик работоспособности, а не на третий, как это пишут везде. Вот понимаете, вы будете думать, что на третий, а у вас на четвертый повышается максимальная работоспособность. Вы прозеваете, вы на третий побежите, а на четвертый будет дома с хорошей работоспособностью уже лежать. Василий Петрович, АБ, еда и спорт, есть ли смысл еда и спорт? Василий Петрович, задай пр... вопрос. Я вот не совсем понял его. Еда и спорт, есть ли смысл? Не очень понимаю вопрос. Не, не понял. перефразируйте, Василий Петрович. Это я не очень не, не понял просто. Надо знать свой организм. Лампа ТВ. Что значит надо знать свой организм? Человек первый раз в жизни хочет сделать некую манипуляцию. Он никогда не делал. Какой-то слеплоу модель там, да, вот поиграть углевод. Ну, никогда не делал, чтобы знать организм. Чтобы знать его, надо потестить, да. Я вам его предлагаю потестить непосредственно на несерьезных не э, соревнованиях. Ну, то есть, если вы, например, ну, прозеваете этот день Ничего страшного Ну, проиграли и проиграли То есть, вы не будете переживать А вдруг вы готовитесь к Олимпиаде Да, вдруг вы к чемпионату мира готовитесь И будете вещами этим манипулировать Теперь Здравствуйте, Александр Почему у единоборств не сделают взвешивание за 30 минут до боя? Что не играет с весом? Попадет в зрелищность? Вайткот, ну вот ты мне задаешь вопрос Я что тебе этот? Дана Вайт? Я тебе что, Дана Вайт? откуда Да ну почему? Ну, ну вы же понимаете, UFC, все, 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 но ну, тоже молодая, молодая, э, там, Федерация, Ассоциация, э, вообще вот этот ваша МАМА, молодой вид спорта. Что, что такое молодой вид спорта? Да любая вещь молодая. Куча недоразумений. И со временем, со временем эти недоразумения решаются. Ну, дай время, WhiteCode, дай, дай время. Уже во многих федерациях что-то там вводится, ограничения, какие-то паспорта, веса вводятся. То есть, подожди, подожди, все будет. Так, я же говорю об этом, тестить надо. А, все, понял, понял. Я... Ну, я не понял, значит. Так, сегодня вы посмотрели бой. Кто у нас боксеры подписаны? Сегодня же Джарвонт хорошо подрался. С утра я так посмотрел. Ну, хорош, ну, хорош, интересно. Хороший бой сегодня Джарвонту смотрели, да? Так, Александр Борисович, а какой минимум углевод необходим в день съедать мужчине? Андрюш, а напишите, задача-то какая? Какая задача? Вот. Следующая лекция будем делать про, про гипертрофию, потому что все ждут гипертрофию. Я уж давно не делал про гипертрофию, давайте сделаем про гипертрофию. Абы самые лучшие добавки для фитнеса протеин плюс креатин плюс комплекс витаминов. Ну, комплекс витаминов нет. Ну, для фитнеса, но опять же, лампа ТВ. Не пишите мне, какие задачи стоят. Поэтому под каждую задачу, конечно, можно подбирать. Но самое такое, чтобы работоспособность, там что-то выносливость. Протеин. Только протеин у нас не Вей, протеин, а берем казеин. Поэтому давайте лучше так вот перефразируем: казеин плюс креатин, плюс креатин. Витамины нам они особо не нужны, и тем более в фитнесе. Вот, креатин, что там можно, что мы ему еще там рекомендуем. Вот, а радиолу розовую почему не вставить себе в качестве, да, иммуностимулятора, повышающего это, кофеин тот же самый, если я по задачам каким-то делать, правильно? Кофеин, если по задачам каким-то, а, да. Про кламифен цитра для повышения тестостерона, ну, это ничего, ничего он не повышает, поэтому полная ерунда. HMB можно, кстати, вот, кстати, я недавно вот, э, Катя не даст соврать, я читал им на, недавно про доказательную медицину и про добавки, показывал, что, э, забыл даже, что в 2018 году ссср HMB ставит как самую там доказательную для роста мышц и сил, я даже забыл в этот раз, глянул, думаю, в обнаглели, в обнаглели HMB поставили в 2018 году на первое место, ну, вспомните, да, вот это, и я когда э, читал, вот Катя не даст соврать мне им лекцию, я же говорю, елки палки вот это да, блин, а я и забыл. Ну как бы, я же не смотрю на нее каждый день, на эту таблицу, вот, тем более с 18 -го года, и это уже там никто не знал, что конч... кончилась война. АШБ, протеин, ЕЕ, креатин, да, 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 да. Вот. Ну это вообще ЕЕ, представляешь, Сереж? Какой ЕЕ? ЕАА, имеется в виду вот это, аминкислот. Е, ЕА, ну, 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 HMB надо выкинуть, ну, в смысле, куда-то вниз туда, и ЕА. Я понял, 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 вот, 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 вот их, э, да. добавки, которые они рекомендуют, имеют якобы серьезную доказательную базу. Александр Борисович, если жирный человек качается, то ему можно совсем не есть. Ну, вот, Сереж, мы, мы, мы про это, да, не Сережа, а Дмитрий Бондаренко, мы про это много раз говорили. Но в теории это да. Но на практике мы же понимаем, мышцы начинают даже у вот таких. Первое. Это никто не знает. В теории должно, и даже у Шонфилда, если у вас процент жира больше, то вы можете, соответственно, делать э, вниз, да, калорий чуть больше опускать. Но по факту это очень интересная тема, которую, Дим, нужно разбирать. Но в теории вы полностью правы. И еще раз Шонфилд периодически это, э, поднимает этот вопрос. Периодически говорит в зависимости от процента жира. А тогда реванш Усик Джошуа. Прогноз. Ну, я думаю, Усик в этот раз еще быстрее расправится с Джошуа. И просто, я думаю, скорее всего будет нокаут в этот раз. джошу проиграет нокаутом. Скорее всего. Ждем апдейт. Да, 100% я думаю, что в 2022 году скорее всего они выпустят они выпустят и апдейт, и будет интересно. Андрей Антонов голодал 20 дней, тренировался в силовом стиле. Мышц почти не ушло. Да, да, я знаю. Я это, кстати, вот это Андрюшина, ну, такое исследование на самом себе. Я его периодически показываю. И, по-моему, если я сейчас уже могу ошибаться, у него он жал штангу, по-моему, жим, что ли, делал. И у него, по-моему, груди не ушло, а там чего-то откуда-то ушло. Ну, вот, да, это хороший показатель. Вот. Хотя, конечно же, надо бы все это изучать. Лампа. А так, да, вот с точки зрения такого, ну, так называемого казуса, да, когда Андрей сам себя изучал, это с точки зрения доказательной медицины исследование называется казус. И вот, вот так, вот так. Интересно, интересно. Дальше, дальше, да, да, Марии спасибо, не дадите собрать, спасибо. Дальше, дальше, что-то я хотел сказать. Что посмотрел, что посмотрел? Значит, опять мало что смотрел, посмотрел БХМ, досмотрел. В этот раз была последняя серия, значит, уже была черного списка. Все там умерли, кто-то умер, тот -то не умер, но еще, как всегда, все хорошо. Вот. Ноги у него ушли, потому что. Сереж, потому что он жал штангу. Он жим лежа делал, а, по-моему, ноги не тренировал. Так вот, ноги у него ушли, а штанга, естественно, мышцы груди не ушли. Вот, по-моему, так. Просто это было уже так давно, что я уже не помню. Кстати, 2010-й сын, у них был гейнер на первом месте. Я помню, я помню. Я, я, я кстати, Сереж, вот Мария Лебединская тоже не даст соврать. Я им каждый раз показывал табличку 10 -го года, 18 года, 10 -го, Они у меня все на слайдах 10-й, 18 -е, 10 -е, 18 -е, Ну, какие-то я такие сравнения делал у них. По идее, логика такая, еды нет, а тренирова... Трени, трени, тренировка есть. Значит, организм думает, что мышцы нужны, поэтому он их и не уделяет. Да это понятно, не, он только идея не такая. Идея не такая. Вам ра, каждое утро падает плита на вас, лампа. Вот идея совсем другая. Каждое утро на вас падает плита. И чтобы выжить, выжить, организм заберет вот эти мышцы, ответственные за ваше спасение, в последнюю очередь. Понятно, да? Заберет их в последнюю очередь. Почему? Потому что спасает вас. Поэтому заберет сухо, да, заберет с пятки, еще откуда-то. Но не заберет у вас из мышц, которые будут спасать вас от смерти, от плиты. Витамины Оптимен, что скажете? Ну, витамины Оптимен. Ну что? Ну вот вы, вы сами это сказали. Витамины Оптимен. Вот как-то так. Так, давайте еще вопросы. Значит, не забываем вопросы можно задать э, бесплатно, а можно задать платно через донат. Вот как сегодня ребята благодарили. А я пока чеку. Пишите такие любые. нет ничего нового про КЛА. Кстати, ничего я что-то не видел. Сереж, про КЛА что-то я ничего не видел. Хотя надо бы посмотреть, потому что это вот как раз тема-то достаточно интересная, которую надо бы изучить. Потому что КЛА, КЛА это интересно. Надо, надо, кстати, вот хорошо ты мне задал вопрос. Оповещение на донат не поставили, могу помочь. А где лампа? Вот донат вверху поставили. А что надо как? Вверху прикреплен же оповещение. А что такое, как это, как это оповещение? Лампа, что такое оповещение? Я что-то не знаю. А, вы говорили про дом с КЛА. А, дом с КЛА, дом с КЛА. Не помню, чтобы КЛА помогала в Домсе. Не помню, Сереж. Не помню, не помню. Ага, ага. Я честно, я читаю у себя на, на этом... Да и у нас и записи есть вот это по Домсу. И сейчас я еще сильнее лекцию по Домсу сделал уже для нутрициологов Ргувки. Уже читаю там здоровенную лекцию уже по Домсу. Уже, и она все с каждым годом все будет больше и больше. Про Родиолу фильм был, а про Левзею будет. Она же круче. Нет, Левзей точно не, не круче, Максим. Ну, точно не круче. Сейчас... Самая крутая по всей доказательной базе радиол, и как я говорю, а уж вроде бы там еще лимонник китайский. Левзия, нет, хватит вам счет. В чем она кручит? Нет. Это когда приходит донат, на экране появляется картинка. А у меня есть, вот он, у меня звук-то идет. Лампа, а что вы, выкинули кинули донат и не было звука? Я же, у меня звук есть. Вы, 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 вы же слышали музыку? У меня есть звук, все, у меня есть. У меня есть звук. Вот сейчас вот киньте кто-нибудь 100 рублей, сейчас услышите звук для ускорения восстановления после сверхмарафона, что попить. Ну, прежде всего, углеводы, Кать. Ну, прежде всего, углеводы. И самое второе, попить белок. Ну, я имею в виду, мы же, главное, воск... и э, для ускоренного восстановления вы пьете углеводы, фруктоза с глюкозой. Вы фруктозы восстанавливаете гликоген печени, а глюкозы восстанавливаете гликоген мышц. Вы в фильме посмотрите, Кать, там вот как раз показывают восстановление в этом фильме, как фруктоза, глюкоза и смеси восстанавливают. Тут же опять, Кать, какой вопрос? Он Вопрос намного сложный. На намного сложнее, чем... Чего восстановить, Кать? Потому что восстановить надо очень много всего. Очень много всего. Потому что даже вот у меня есть, когда я там ребятам считаю, есть хорошая работа. Вот эти ультрамарафоны, которые, говорят, на них затрачивается что-то там 13 тысяч килокалорий. И опубликована табличка всех вот, знаете... КФК, ЛДГ, миоглобина, после вот этих каких-то сумасшедших, там сколько-то километров, я уже сейчас не помню. И там КФК вырастает в 10 раз, там то-то вырастает там, в 10 раз, то-то в 20 раз вырастает, повреждение мышц вырастает в 50 раз. Так вот, что восстановить? КФК восстановить, ЛДГ восстановить, ну что восстановить? Мышцы восстановить это одно и то же. Значит, гликоген восстановить, печени. Да, ну, понимаете, да, ну, тут куча чего надо восстанавливать. И для каждого восстановления будут свои какие-то травки, муравки, да? свои какие-то суплементы, свои манипуляции. И вот как раз я и читаю про это про дом с восстановлением дом. Сейчас у меня, говорю, гигантская уже лекция, вот, э, которая будет на бусте висеть. Э, по-моему, и она сейчас, по-моему, не висит, будет по бусте. У нас скоро будет висеть, если не висит. Вот. Значит, э, там целая наука, там черт голову словим, там столько всего. Столовый сахар это же 50 фруктозы, да? Да, глюкоза плюс фруктоза, да. Да, глюкоз плюс фруктоза, да. Глюкозу пить во время тренировки как альтернатира быца Есть смысл. Какая задача, Сорок? Задача какая? Какая задача? Хороший вопрос. Про сладко-петеная лампа. А у нас, посмотри, углеводы для бодибилдинга. Есть отличный фильм. Называется Углеводы для бодибилдеров или билдинга. Билдеров, скорее всего. Посмотрите, там как раз вот вам про силовую тренировку, углеводы для силовой тренировки. Есть какая-то информация о тренировках по жерлю? Не, не, никогда не слышал. Он в подполье, в закрытых сообществах, на него писали обращение более ста вроде бы врачей, док-мед. А по материалам индусов ОСД он ближе был. Я первый слышу, вообще первый слышу. Ну, обычно, когда вот такие всякие, знаете, когда по Жерлингу, Жерлыгину, Жерлыгину, он в подполе сокрыт. Ну, когда вот такая вещь, это все, это вот уже все, это уже запредельно. это какие-то апостериорные какие-то вещи уже, да, что уже, какие думаешь, уже 12-я Джана, что-то ну, ну, старайтесь, вот я, вот, честно, вот. Есть, ребят, есть открытые поисковики, да, мы же понимаем, открытые поисковики, PubMed, Скопус, там, да, ну, куча, наши с вами, Ринцы. Ну, он есть в Ринце? В ей Ринце, есть? И Ханацея, ерунда. Хороший вопрос, а, э -э Сорока. Повышение на тренировке же... Не понял, Сорока, перефразируй, я не понял, что такое. Железо надо качаться или что ли повышается? Где повышение? Чего повышение? Как это перефразировать? Так, лайки ставим, лайки ставим. Сейчас будем уже потихонечку заканчивать, будем заканчивать скоро. Зак... Давайте еще несколько вопросиков, да, будем заканчивать. Завтра у нас начинается рабочий день, завтра в РГУВКе буду лекции читать, так что где там мои ученики все, мои ученики. Вот завтра буду лекции читать в РГУВКе. Так, ну что, давайте еще несколько вопросиков, да, будем закругляться, будем закругляться. Что там, новые сериалы напишите. Есть ли сериалы новые, какие? Кто смотрел сериалы 49-60 лайков? Вот это ну, Ты понимаешь, Сережа, я достиг уже такого уровня, что уже кто-то посылает свои какие-то флюиды. Представляешь, то есть они не присутствуют. Не присутствуют на этом, как он называется, на стриме. Но благодаря флюидам посылают свои флюиды и лайки ставятся. 52 человека, 60 лайков. Ну, как вот? Ну, как вот? Представляете? Лунный рыцарь Марвел. Нормальный сериал. Во, White Code. Ну-ка, надо глянуть. Я Марвел люблю. Отлично. Как часто будут стримы с Васильчем? Уже научились стримить на расстоянии. Да, мы проводили как-то недавно. Да, как, как скажете, так сделаем с Васильчем. Какие проблемы? Как скажете, так сделаем с Васильчем стрим. Что, вы же не говорите вам? Да, сейчас, да без вопросов, любой момент можем с ним провести на расстоянии. У нас, посмотрите, лампа, что мы с Васильевичем делали на расстоянии. Мы и на Новый год делали, и так делали. Тут недавно, как-то месяца два назад, три назад мы с Васильевичем как раз делали на расстоянии. Как раз сейчас финал чемпионата мира по хоккею. Канада, Финляндия, будем смотреть. Да, да, да. Пока только орки смотри, смотрим. смотрим. Сериал «Миротворец» советую. Спасибо, Алекс. Тогда еще «Каратель» Марвел. О, блин, что себе, Вайткот? Где ты их то их набрал-то? Я что-то прозевал их. Я просто недавно начал вас смотреть. А, я понял, лампа, я же вижу вас впервые, ну, впервые, так нередко. редко. Посмотрите, у нас, зайдите, есть целый плейлист, называется «Стримы». Там более 100 стримов, там Васильевича вашего, ну, не знаю, 5, может, там 10 стримов с Васильевичем. И мы недавно, там, месяца два назад с ним собирались. Там называется последний, ну, если не считать там Новый год, там что-то что какие-то такие вот день рождения, Новый год, такие, ну, такие чисто э, социальные вещи, О, то мы, называется, Васильевич, по-моему, возвращается. Что-то Волков вернулся, что-то стрим называется. Волков возвращается. Что-то такие какие-то у него. Такие у нас были. Э, последний стрим с ним. Волков возвращается. Волков возра... А, кстати, Саша Волков скоро дерется. Скоро дерется. Волков будем смотреть. А, э, а на, следующий, на следующие выходные дерется... Кто у нас дерется? Хейни, да? Хейни дерется с этим. С кем Хейни дерется на следующий? Очень интересный стрим, посмотрю про глют, глютамин. Посмотри, Сарок, посмотри. Есть, есть, есть глютамин. Фильмы есть, там стримов нет про глютамин, а фильмы есть. Там Лёша Антонова фильм про глютамин. А я вот не помню, делал я про глютамин. Скорее всего, я что-то не делал. Лёша. Да, видео посмотри, сорока. Это Лёша Антонов делал про глютамин. Я, по-моему, не делал про глютамин. А и делал уже. Я уже, блин, не помню. Согласны с мнением, что многие исследования проплачены. И слепо доверять им нельзя. Кто платит, тот музыку заказывает. Ну, я об этом говорил недавно. Я же периодически об этом говорю. Только так мыслить не надо. Ну, так мыслить не надо. Мы с вами мыслим не так. Мы... Есть исследования с конфликтом интересов. Есть без конфликта. Мы строим таблички и сравниваем их. А так мыслить не надо. Вот я вам сегодня показал несколько работ которые проплачены Астрозеники, Зеникой, там еще фирмами, и которые показывают отрицательный результат. Поэтому не надо так мыслить. Я вас призываю. Есть проблема, об этом пишет и Кохрейн, об этом пишет и там много Джама, что есть проблема. Какая проблема? Проплаченные исследования больше положительных результатов. Хорошо, мы строим таблички. Есть конфликт интересов, нет конфликт интересов. И на основании этих групп сравнений, этих сравнительных сравнительных анализов, мы какие-то делаем микро- микрорешения. Поэтому, ребят, ну, вот так. Так лучше не думать. Отправил несколько человек, ребят. Отправил несколько человек в этот раз. Ну, понятно, всякую ерунду там пишут, это там оскорбление, там это все понятно. Но несколько человек спас их, да, спас. Они говорят, вы каждый раз вот так вот, я ведь сейчас хожу, и звук у них, звук, звук, то в одну, тише и выше. И они говорят, и начинают писать, пожалуйста, не шевелитесь, пожалуйста, не шевелитесь. Ребят, еще раз, Бобруйский, все спокойно, идеальный звук, там прям вообще супер. Еще раз, если вам не нравится звук, правильно, не нравится звук. Ну, есть же другие каналы, у которых идеальный звук. Ну, зачем? Здесь, не про как... нет, здесь нет звука. Здесь наука. Ребят, какой звук? Чё? Поэтому кому не нравится, ну, что, не нравится, что я вот хожу вот так вот. Ну, да, мне нравится. -то. А я тащусь, например, понимаете? Я вот хочу вот так вот. Мне, я, мне по кайфу. Вы про науку-то будете говорить? Конечно, там цикл Крепса. Вы, вы когда пишете мне про звук, вы сначала дайте мне хотя бы два предложения о науке по теме, которую мы с вами обсуждали, а потом про звук. Договорились? Звук потом ПС. ПС по скрипту. Александр Борисович, ну, пожалуйста, не, не шатайтесь. Но сначала по теме договорились, а потом про звук. А то так получается. Такое ощущение, что вы не слышали лекции. Вы слышали, что только я вращаюсь. Звук. Сразу бабрусь. Там тишина, там все спокойно, да? Как ницше. Как так, все, давайте отвечаю на последний вопрос. И пойдем. пойдем. Я досматриваю лойку первой часть. Это, да, хоризонт в исполнении, в исполнении моего любимого, знаете, Гидеона. Гидеон красавчик вообще, лучший, лучший Гидеона. Сейчас пойду и лойку последнюю досматривать. Вторую, вторую часть я начал с конца, как говорится. И начал метро с конца, сейчас будет первое метро, хочу ее посмотреть. Сладко питье во время трений бодибилдинг по науке Ворос. Ну, посмотри, у нас фильм-то есть. Василий не раз говорил, что тренировать одну мышечную группу можно 2-3 раза в неделю. Конечно. Сильвян уже говорил, что максимум 9-14 дней. Кто прав? Ну, смотрите. Тут... Тут он сам вопрос интересный. Почему? Потому что, о -о -о, смотря с какой позиции подходить. Васильевич э -э, на 22 год, пересмотрев несколько метаанализов, включая Шонфилда, э -э, Показ говорит вам на, в 22-м году, говорит, слушайте, ну если они берут исследования и качают 2-3 раза в неделю, а, а по факту не 2-3 раза в неделю, а точнее, ну он, он может просто упрощал, а, все говорят там от 10 подходов на группу мышц. От 10 подходов в неделю, естественно, на, на группу. Силуянов вам говорил, что если исходя из повреждения мышц, исходя из креатинфосфокиназа, то креатин фосфокиназа после повреждения приходит там на 14-й день в покое. И зная, ну зная, что э, мышца, мышцу с точки зрения бодибилдинга нужно тренировать на восстановлении, Восстановление. Можно тренировать митохондрии на недовосстановлении, Якобы они лучше, а МПК там включается то лучше бы миофибрилы логичнее тренировать на полном восстановлении. Он как биолог, он как биолог рассуждал, а Шонфилд как спортивный педагог рассуждает, хотя он медик, понятно. Он говорит, да мне пофигу, ваша там КФК, доказано, не доказано. Вот люди качаются, вот вам замеры, вот вам было, вот стало. Поэтому Силуянов как биолог рассуждает, а Шонфилд, как было, стало, показывает. И помните у Канта: если теория не сходится с практикой, то мало теорий. Возможно, когда Виктор Николаевич рассуждал, на, скорее всего, отходя, ну, опираясь на КФК, у него было мало теории. Это логично. Потому что, когда Виктор Николаевич это говорил, это было лет 40 или 50 назад. Когда еще не знал, что да, помню, поймали партизана, не знал бедняга, что кончилась война. Когда еще машинкой стучали, да, вот и набивали текст. Поэтому тут, ребят, ищ, и все равно много, много вопросов есть. И все-таки еще теории мало. Вообще в по естественно, с ней разбираются. «Сибирия я смотрел. Слушай, Серж, а мне сибирия что-то не нравится. Да, последний. Я начал ее смотреть, но мне так не нравится. Она такая скучная. Вот эти ходить да, туда-сюда, то тебе там пойди туда, поговори туда. Слушай, что-то скучновато. Может, конечно, еще раз мне попробовать ее. Сибирь я начал смотреть четвертую, да. Ну что-то она мне так скучновато. Хотя, если не, нечего будет смотреть, я ее посмотрю. Так, э, Менсор говорил примерно о том же ключе трамать. Ну вот, э, Менсор, включить, включал свет, да? Менсор. Менсор включал все свет. Менсор? Менсер включал все свет. Так, ну что, ребят, давайте тогда закругляться. Если вопросов больше нет, значит, мы закончим, как мы сегодня с вами и договорились. Закончим наш стрим, конечно же, словами да, Словами ницше закончим наш стрим. Да? Дайте, я как будто это ницше, представляете, уже вообще. Вот. Ребят, э, что, закончим наш стрим. Именно словами Ницше. Который сказал. Вот бесплодное время, зимняя спячка. Это когда мы не хотим ничего делать. Сидим над потоком и говорим, все спокойно. Все спокойно, все давно везде доказано. Но появляется свежий, свежий весенний ветер. Вот он, вот он, свежий весенний ветер. Призма, призма, да, призма. И говорит, ребят, ваше все давно доказано, сметется доказательной медициной сметется. И помните, дальше действовать будем мы. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь, отписывайтесь. Главное, главное, в потоке быть. Главное быть в потоке, а не как лежебока лежать над доказательной медициной медицины и рассказывать о том, что Достоевского не читал, но осуждаю. Вы большие молодцы, и да пребудет с вами сила доказательной медицины.